то и попадают такие экземпляры поленья, что прямо рука отказывается их в печь бросать. Посмотрите, какая структура красивая. Там где-нибудь хочется построгать, отшлифовать, погладить, что-то сделать из них. Вот, допустим, вот на этом вот. Красивая структура дерева. В Сибири у нас просто сосна. А здесь вот она. Такими крапинками. Ну, это вот еще грубое, не струганное, не обработанное. А когда сделаешь, можно хоть что сделать. Я хочу со временем старые стулья реставрировать, что-то поменять там. Какую-то ножку, вставку, что-то. Некоторые поленья так вот откладываю. Пригодятся. Это из дерева, из такого, или из бука. Бывает из дуба, но дуб тяжелый, конечно, в обработке. Вот старые, тут я разрушал, была летняя кухня старая. И там некоторые были брусья или балки там из дуба сделаны. Я с них даже гвозди не мог вытащить. Шляпки отрываются у гвоздей, гвозди большие, и не вылазят. Так вот держатся. И вот эти вот породы, они и тут по влажным климате ничего хорошо себя чувствуют. Не портятся, не гниют. Вот такие вот поленья попадаются.